что делаю? Ну ты же написала себе четвертую поставить, ты ей поставила четвертую? Ну да. А тебе нужно поставить какую? Первую. Тебе нужно какую поставить? Ты куда едешь вообще? А, вперед надо. Ты сейчас куда едешь? Назад. А почему ты четвертую поставила? Четвертая ставится после 60 километров движения. Ты же написала себе поставить четвертую, вот ты ее поставила. Запускай двигатель. Блин, надо же от этого. Давай, от этого. Блин, не надо нервничать. Не надо. Так, теперь. Ну, четвертую. Блин, да я не пойму. Что? А, четвертая, вот, назад. Блин, да чё, вот она. Мы едем куда? Куда? Ну, это куда, туда, это как называется? Назад. Нам какая нужна передача? Пятая. Конечно, пятая, как ты догадалась. Пятая после ста включается. Это большая скорость при парковке, могу тебе точно сказать. Нет, да подожди. Жду. Ну, четвертую надо, вот. Да. Четвертая у нас вот где. Ну. Это как, куда скорость у нас идет? Четвертая. Назад. Что назад? Четвертая скорость включается после 60 километров движения вперед. А нам нужно куда ехать? Назад. Ну так какая скорость включается? Я не пойму. Что ты не поймешь? Ну какую включать? Ну мы едем куда? Назад. Так какая должна быть скорость? Ну заднюю. Ну так включай заднюю. Я забыла. Что ты забыла? Ну вот. Что вот? Да. Ну посмотри, как она включается, нейтральная передача. Вот. Ну ты на развороте ее так включала? Да я по-разному. Ну. Заднюю включай. Заднюю включай передачу. Ну вот так. Ну посмотри, где она от нейтральной находится. Куда нужно сделать? Вниз. Рычаг? Вниз какая передача у нас от нейтральной? Четвертая. А нам какая нужна? Пятая. А, вот назад. Вот и вот. Да. Фу, сцепление точно. Нужно. Только сцепление нужно нажать. Так? Вот. И ручник сними, потому что ручник всегда поставил.